Ну вот, шестой день после операции. Это я так, для тех, кто интересуется. Вчера звонил 24-ю поликлинику. Сказали, как только у вас будет все нормально со зрением, ждем вас на проверку. Но, Ника, ты, блин, Ника, дайте ей слегка. Вот она, а девочка, она интересна к некоторым людям еще, а к некоторых как увидит. Йорк тоже. А, Йорк, да? Йорк. А, ну. Это тоже такое она величины. Но она не подпускает так. Ой, неожиданно. Блин, перестает включаться телефон. Да, так что я хотел говорить, что 24-й поликлинике сказали, как только через месяц вам дадут справочку, сразу приходите к нам, и все будет решаемо. Ну, зрение восстанавливается, левый глаз уже в очках минус 2,5, видит единицу практически. И вот. Завтра опять на операцию, не знаю. Конечно, волнуюсь, но уже не так, честно говоря, как было. Первый раз это вообще было, аж ноги подкашивались. Дошли. Вот такая погода у нас сейчас в Минске стоит. Прекрасная, прелестная.